вечер всем любителям баскетбола. Добро пожаловать на Единую Лигу ВТБ. Матч недели. Уникс, Зенит. Такие рокировки в баскетболе часто случаются. Болельщикам главное здесь не таить обиду. А вот здесь Исмаил Бако. Целые серии. Ну, сейчас, к счастью для Эртеля, Жбанов выступает в той же майке, что он. Карасев в дальней дистанции отправляет мяч в корзину. Партнеров по команде будет еще одна комбинация. Здесь же с срыванием Хантера. И вот такой алюб завершает Винс Хантер, которого очень хочется называть Картером. Сейчас так намеренно замедляют темп. Позиционный баскетбол, в котором на самом деле Уникс чувствует себя очень здорово. Рейнольдс оформляет энд-ван. И, конечно, после этого нужно показать всю свою силу. Подходящий соперник для Рейнольдса не справляется с этой бушующей энергией. Но Томас Эртель должен нести какой-то порядок. Какой хороший скидка! И вот это да! Вот это да! Хантер! Вот это была славная охота! Да, кажется, если даже... Ой, какая передача от Эртеля! Это N1! И да, еще фол! Фиксирует под кольцом. И, наверное, даже неудивительно, что счет здесь абсолютно равный. По 15 подборов. Ну и, посмотрите, какое сражение. Жбанов сверху в быстром отрыве. Какой томагав с двух рук. И способен усмирить не один баскетбол. Луи Лабери снова заводит публику. Классный. Дмитриевич против Винса Хантера. Обогнал того и ушел от Хантера, ну и от Жбановича. Вот и столкнулись два великана. Рейнольдс в этой схватке проиграл. И точная передача на Игоря Волькина. Он косплеит Георгия Жбанова. Это его первые два очка с игры. Секунды. Дмитриевич. И Нену закрывает третью четверть своим попаданием с дистанции. Кстати, для Рейнольдса это первые очки во вторую половину. Он был... Ого! Вот это да! И добро Хантер... пожаловать в топ лучших моментов недели. Мне кажется, Хантер еще никогда не задавал вопроса в воздухе. Сейчас он буквально обратился к арбитрам. Спокойно, правила такого не сделают. Но, тем не менее, вот чем ответит Зенит? Эртель на Хантера. Эта связка работает весь сезон, как часы. Человек, который сегодня не получил свои броски, но он дуравчиком буквально проходит и получает блокшот. Неужели это ключевое владение? Нарушают правила Томаса Эртеля. Эртеля, и затем ответ на атаку. Баскетбол защищался. По опеку будет отвечать Георгий Жбан. Такой заброс, немного авантюрный, но Дмитриевич может все. Эрик Грин не забивает Рейнольдс. 7 секунд, Лабери, его атака, мяч в корзине! Это победное попадание или нет? Фрейзер. 4,7, это очень много. Томас Эртель с мячом против Бако. Скидка на Хантера. И все. Победа Уникса. Хантер — герой полуфинала прошлогоднего. Здесь уже не может сделать ничего.